Совершенно по-другому представлял. Молодые люди, не хотели бы перед тем, как я триумфально обнимусь с новым членом моей команды, которому я так счастлива, сказать что-нибудь ему приятно этой прекрасной девушке? Спасибо. Не повернувшиеся мои. По голосу совершенно. Я думал, то есть я повернулся и по-другому. Вот ассоциативное ощущение совершенно другое. Но такая крохотная. Как зовут вас? Такой голос. Меня зовут Кусова Камила, я приехала из города Беслан. Мне 12 лет. Вы знаете, вы в стилистике и по голосу, и по подаче абсолютно подходите этой музыке. Я вас поздравляю от души. Спасибо. Что вы здесь. Я очень-очень рада, что мы с вами познакомились, что никто не повернулся, у вас нет выбора, и вы пойдете ко мне в команду. Мне очень симпатизирует ваш вкус музыкальный. Сами придумали так вот соединить две композиции? Ну, вообще, эту песню перепела Шакира, я как-то под нее учила. Серьезно? Ну, Шакира, ты молодец. В общем, если что, классная идея. А ты, Камила... Молодец, что заинтересовалась этой композицией. И мне кажется, что тебе нравится, да, искать новые манеры, экспериментировать со своим голосом, смотреть, как он, переключалки всякие разные, а вот тут такие мелизмы, а вот тут такие, искать свою индивидуальность. Это очень интересно и невероятно. Я предвкушаю, в общем, наш с тобой репетиционный рабочий процесс. Спасибо. Welcome. Ура! В наш проект. Ура! Ура! Поздравлянто. Вот так вот. Ну, очень необычно. О, да. Ой-ой-ой, что там у меня набирается? Ох, вот это да.